Попробуйте балкарские хычины. Это очень вкусные тонкие лепешки с начинкой, кавказское блюдо, которое очень распространено в Балкарии. Прочитайте, как приготовить хычины по-балкарски с соусом. Хычины – это кавказская лепешка с начинкой. Используют ее и как хлеб, и как самодостаточную закуску. Хычины – это нечто среднее между пирожками, блинами и лепешками с начинкой. Очень рекомендую приготовить настоящие хычины по-балкарски с соусом. Это очень вкусно, аппетитно и сытно. Картофель – 1 кг. Мука пшеничная – 500 грамм. Творог – 500 грамм. Вода – 750-900 мл. Соль – 1 щепотка. Сметана – 500 грамм. Укроп – 1 пучок. Чеснок – 2 зубчика. Масло сливочное – 50 грамм. Количество порций – 4. Разомните творог или пропустите через мясорубку. Сформируйте из массы шарики. Для теста в емкость всыпьте муку, сделайте небольшое углубление в муке. Постепенно вливая подсоленную воду, замесите эластичное тесто. Отщипывайте тесто, чтобы его было меньше, чем начинки. Растяните в руках тесто в небольшую лепешку. Заверните в тесто начинку, соберите в шарик и защипните края. Раскатайте лепешки как можно тоньше. Обжаривайте лепешки до золотистого цвета с обеих сторон. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком и укропом.